Здравствуйте! Это обзор от интернет-магазина glinky.ru. Сегодня мы рассмотрим цифровое пианино Kurzweil M230, инструмент для занятий дома и в школе. Рассмотрим более подробно. Цифровое пианино Kurzweil M230 выполнено в двух цветах – белый и палисандр. Клавиатура градуированная, взвешенная, с молоточковым эффектом и регулируемыми 10 уровнями чувствительности нажатия. Три педали отвечают за общий сустейн, сустейн отдельных нот и приглушение звука. По левую руку расположена панель управления тембрами и режимами. Справа – кнопка включения, регулятор громкости, разъем под джек и кнопка Bluetooth. По клавиатуре расположены два разъема под наушники. На задней стенке расположены USB-вход, входы и выходы под колокольчики, разъем для микрофона и разъем для питания. В обзоре мне поможет Екатерина Майстрова. Рассмотрим некоторые режимы. Комбинирование тембров. Режим разделения клавиатуры на два равных по диапазону участка. Режим метронома. Режим записи. Bluetooth предназначен для вывода звука со стороннего гаджета, к примеру, планшета или смартфона. Включенная на гаджете минусовка заиграет из динамиков пианино. В данной модели 30 разных тембров. Рассмотрим некоторые из них. Итак, Екатерина, что скажете про этот инструмент? Хороший инструмент для занятий дома и в школе. Есть много полезных функций. Можно подключать двое наушников, что существенно облегчает работу с педагогом. Полезна функция Bluetooth, в том, что можно играть под разные минусовки. В целом, очень полезный и хороший инструмент. Отлично. Это был обзор на цифровое пианино Kurzweil M230. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!